Антон Глинкин, воспитанник челябинского «Трактора», в этом сезоне явно не добирает очков. У него 16 баллов, 5 шайб и 11 результативных передач. Хотя я думаю, что вот в звене, которое изначально было создано Германом Титовым, Райан Сто, Кравцов и Глинкин, должно было быть лидером. Но я повторюсь, конечно, у «Трактора» в этом сезоне были колоссальные проблемы с лазаретом. Момент какой! Семен Кукуев не забивает в пустой угол. И Артем Загидулин делает, ну, на мой взгляд, спасение как минимум недели.